В ночь на 1 декабря на автодороге М5 «Урал» у села Ухорское сотрудники полиции остановили автомобиль УАЗ, в котором обнаружили тушу застреленного животного. В автомобиле, кроме водителя, находилось трое мужчин с зарегистрированным охотничьим оружием, тепловизорами и другим снаряжением для охоты. В автомобиле передвигалось двое жителей Московской области и двое жителей Рязанской области. В ходе проверки выяснилось следующее. Необходимых разрешительных документов для охоты на косулю у мужчин не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, телекомпания «Город».